Химках стартовала генеральная уборка. В парке и скверы высадился коммунальный десант. Задача к майским праздникам – привести в надлежащий вид памятники, обелиски, мемориалы и монументы. От грязи их очищают с помощью шампуня и воды, а также ремонтируют, если потребуется. Начиная уже с 10 марта эти мероприятия у нас проводятся. И будут они закончены, у нас завершены 30 апреля этого года. В этом году раньше времени стартовали? В этом году раньше времени, потому что позволяют погодные условия. В Химках коммунальщикам предстоит отмыть и отремонтировать больше полусотни исторических объектов.